Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Empire Warriors. И мы остановились на 34-й миссии. Так что будем, наверное, приступать именно с нее. Так, собираем здесь 44 гема. Отлично. И вперед, как говорится, с песней «Темная армия». После нескольких сравнительно легких побед войска Альянса потеряли бдительность. Но не стоило недооценивать противника. Теперь-то под командованием Нарзала темная армия демонстрирует свою истинную мощь. Мы несем огромные потери, солдаты подавлены, а противник все продолжает наступать. В столь критической ситуации принц Джейф приказал всем командующим готовить войска к контратаке. У нас больше нет права на ошибку. За Иорию! Вот так, эпично, да? За Иорию. Слушай, я думаю, сейчас меня тут порвут к ядрене фени и выкинут, скажут, иди отсюда, командующий тоже мне. Ну, я не буду, ребята, пасовать. Так, ну что, как я вижу, мне нужно будет защищать две вот эти вот дорожки. Слушай, тут слишком много мест для башенок, это неспроста, мне кажется. Так, Джейф, давай, наверное, мы тебя сюда поставим. Арин будет у нас вот здесь стоять, а Эловин, наверное, вот сюда. Или вот сюда, я не знаю, куда лучше. Что у нас там по магии, я не знаю пока. Ну, надо выставлять. Ух, что будем делать, кого? Так, ну, во-первых, нам нужны будут защитники. Это в первую очередь. Так, сделаем, наверное, мы драгунчиков наших, да? И здесь, наверное, то же самое. Да, очень много тратим денег. Так, сюда кого? Мага, наверное, заморозку, как обычно. Или же нет? Или нам лучше... Блин, или нам лучше сделать зелот? Нет, я все-таки сделаю заморозку здесь. Ну что? Блин, и все, что ли? У меня больше ничего. Так, хорошо, давай мы, наверное, вот сюда вот поставим лучников. Прокачать не могу. Ладно, ребят, первая волна, давайте смотреть. 15 волн здесь будет. Опа! А ну-ка, Эловин, разберись. Так, хорошо, пока идет. Блин, внизу! Внизу, ребята, противники. Давай, Джейф. Да куда ты побежал-то? Джейф, господи, ты не то делаешь. Да ладно. Арин бомбит? Бомбит. Так, ну посмотрим, как она справится. С первой волной вроде бы, ребята, у нас все хорошо получается. Пока все хорошо. Дальше будет все видно. Так, опа. А маг-то что такой мощный-то? Эй! Там уже гарпии полетели. Хорош. Я еще... Я вообще ничего не успеваю, ребята, здесь сделать, если честно. Голем, где же... Давай его сюда, наверное, мы поставим с вами голема. Так, тут мы сможем справиться? Йоу, просто внизу, смотрите, что происходит. Внизу тоже идет отряд. Эловин, давай пока сюда иди, потому что тут, я так понимаю, будут одни гарпии, да? У нас лететь. Хорошо. Да, их тут слишком много. Надо успевать как-то, я не знаю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Надеюсь, если что, драгуны там добьют. Так, Эловин, включаемся. Какая жесть-то. Так, и надо голема мне прокачать еще. Драгуны, бомбим. Все, отлично. Так, ребята, это трындец, я тебе скажу. Так, какого голема будем с вами делать? Я не знаю, огненного или... Какого? Или природного хранителя? Слушай, ну если тут будут такие большие орды, нам, конечно, нужно с вами, наверное, замедляющего делать. Так, Арин, давай бомби. Я здесь заморожу их. Ой, как мы слабо с вами бомбим, понимаю? Эти ребята крепкие на самом деле. Ну что опять с игрой? Ёпрасоты, ребят, ну что за подвисы такие? Вот в последние моменты вот такие вот начинаются у нас траблы. Ох, ёлки-палки. Не-не-не, Эловин, давай сюда, быстрее перебегай. Быстрее догоняй. Бомби. Фух. Вообще шинкует просто на ура. Так, и прокачиваем. Давай, наверное, вот этого, ребята, который замедляет у нас противников. Я думаю, что это будет оптимально для нас. Опять гарпии. Ладно, гарпии — это ерунда. Вот здесь у нас, ребята... Ой-ой-ой-ой-ой, здесь ничего нету. Никаких лучников, ничегошеньки. Блин. Ну,
Давай, 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 быстрее. Мне нужны деньги, мне нужны финансы. Твою ж налево. Так, Арин и Элвин здесь неплохо справляются. Вдвоем причем. А я в этот момент буду, ребят, прокачиваться. Так, мы с вами сделаем, наверное, вот этих вот, да? Лунные охотники, пускай будут. Оу, лунные охотники. Беги сюда, лунные охотники. Так, Арин, давай быстрее. Ой, Элвин, быстрее, 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 на опережение. Фух. Так, хорошо. Заморозим, наверное, вот тут противников. Пускай постоят, подумают, а Элвин должна с ними разобраться. Блин, вот это жесть. Так, что нам еще нужно здесь поставить? Я думаю, что еще какого-нибудь голема. Вот сюда я, наверное, влеплю его. И на этот раз этот будет, ребята, хранитель, да, природы. Надеюсь, это будет оптимально для нас. Твою ж налево. Сколько вас тут много, а? Так, тут Элвин, надеюсь, сможет продержаться. Или не сможет. Ты посмотри, что происходит. Джейф, где Джейфа нету? Вызываем хранителя. Элвин, быстрее сюда беги. Тут вообще что творится, происходит? Что тут происходит, я вас спрашиваю. Так, Джейф ожил, ожил. Быстрее беги. Мне хоть разорвись, как говорится. Так, вроде бы пока сдерживаем. Фух. Пока сдерживаем. Дальше я не знаю, что будет тут происходить. Ну, да что ж мы не можем этого. Офигеть, по нему голем бомбит. Там это, и ему все. О, Элвин у меня, оказывается, была погибшая. Ты понял? Ладно, ждем, ребята. Секунду. Давай вот так вот помогать. Помогать в обязательном порядке. Так, прокачиваем стрелы. Да, очень много прокачиваем. Так, Джейф. Что там творится? Нет, 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 Элвин. Пролетит или нет? Не успел пролететь. Ху. Офигеть, тут замес такой. Я вам серьезно говорю, ребята, замес просто не шуточный. И это только шестая волна была. Это что еще впереди меня поджидает? Тут-то мы с вами забыли прокачать, да? Ай-яй-яй. Вот это нам нужно, ребята, замерзшую землю. Она же замедляет у нас. Я же помню, что она замедляет. Так, давай вот их, наверное, здесь вот в куче всех и попробуем прижучить. Именно Элвин. Е, пошла в разнос моя девчуля. Давай, 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 шинкуй. Так, сюда кого? Сюда нужно нам каких-то, ребята, рыцарей выставить. Это, наверное, будут у нас... давай вот так вот, тамплиеры. Тихо! Ну, Джейф, успевай! Так, Элвин, помогай. Помогай, 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 шинкуем этих стрелков. Вообще разносят моих солдат на ура, эти стрелки, кстати. И, как всегда, все погибли, кроме Элвин. Элвин, как всегда, на высоте. Так, заморозку, заморозку. Куда нам заморозку-то? Я не знаю, давай туда бросим. Джейф, ты слишком, слишком долго оживаешь. Давай, прыгай сюда, в кучу. Ох, ё-моё. Так, тамплиеры, помогайте мне, пожалуйста. Я вас буду прокачивать сейчас, насколько смогу. Ну-ка. Нечего здесь дрядом делать. Так, отлично, все. Сможете справиться? Справились, фух. Так, это у нас что, боевой клич? Тоже прокачиваем боевой клич этот. Ёлки-ты-палки, ты посмотри, какая тут армия, ребята, идет. Нам нужно вот это прокачать. Все будем прокачивать, что только сможем. Нет, 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 Элвин все-таки пошла, пошла в битву. Так, а Джейф-то где у меня? Давай там, бомби. Справишься? Да какой там справишься, он уже валяется, ребята. Уже пришибли. Трындец какой-то. Я еще раз говорю, я бы не знаю, что я тут делал без Элвин.
Она единственная, кто у меня выживает. Остальные все падают. Фух. Так, летающие будут, да, сейчас у нас? Давай вот так вот сделаем. Мне главное продержаться, друзья мои. Это у нас 10-я волна. Это 10-я волна. Так, Элвин, помогай. Молодец, по красоте. Слушай, маги, да? Бомбят по ней. И гарпии полетели. Ну, как всегда, Джейф у нас лежит в отрубоне. Как всегда. Кто бы сомневался. Так, Элвин, я не хочу тебя потерять. Давай иди сюда. Постоишь тут пока, маленечко. Так, а я займусь прокачкой. Так, тут у нас все. Давай прокачаем, наверное, сон. Не получается прокачать. Не хватает, как всегда, финансов. Фух. Так, тут можно, да? Ну что, следующую волну досрочно вызываем. Так, тамплиеры у меня прокачанные. Хорошо. Где там враги-то? Я не вижу. Я же вызвал волну. Почему никто не идет? Чем? Ага, не идет. Идут. Давай глушить их. О. Да, Джейф, ну ты ватник. Ну ты ватник. Я серьезно говорю, ребят, ну это вообще жесть. Ничего не может сделать. Ох, вот Элвин, да. Вот это красота. Тут не поспоришь. Так, прокачали. Что нам еще надо прокачать, ребята? Здесь стрелы, да? И вот так вот. Все, вот эти башни прокачаны хорошо у нас. Одна отлично, я даже сказал. Тамплиеры тоже прокачаны. Что у нас с природным хранителем? Нужно еще маленечко, да, чтобы прокачать. Ладно. Так, тут у нас опять же летающие дриады полетели. А там стрелки. А там, ребята, стрелки у нас. Ух. Сюда, кстати, знаете, кого надо поставить, я думаю? Голема. Голема, который будет у нас поджигать землю. То есть огненный. Да-да-да, я так и сделаю, скорее всего. Чтобы он сразу мог метеоритом бомбить эти отряды. Так, тут опять у нас... Ну тут, ладно, хорошо, тут гарпии, дриады. В принципе, должны, я думаю, справиться. Если Джейф, конечно, как всегда, не отдуплится. А он такой, он может. Он у нас может, он же такой легкий, ватный такой. Никудышный хранитель. Давай мы тебя прокачаем по фулке. Все. За хранителя можно природного не волноваться. Так, здесь прокачка. Здесь полная прокачка. Так. Что дальше нам делать? Вот сюда кого поставить? Давай, наверное, поставим, ребята, магов. У нас с вами очень мало их. Следующая волна. Ага. Джейф, как всегда, ребята, трупиком лежит. Как всегда, кто бы в этом сомневался. Так, справимся мы, интересно, тут сами? Ну, я думаю, что справимся. Нам нужен маг. Какой? Скорее всего, пиромант. Да, чтобы он здесь их всех поджигал огнем. И немоту. Тихо, смотри, что происходит, ребята. Заморозку. Там стрелки. Почему они так медленно разбираются, а? Джейф, а ты тут сможешь помочь? На крайняк, если что. Так, 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 бомбим. Тут-то что происходит? Где у меня... А где Элвин? Ага, вот она. Хорошо, пускай стоит. Айрин тоже погибла сейчас только что. Так, ну что, пироманта, да, мы хотели с вами сделать? Прокачаем маленечко. Так, а тут-то мы с вами голема не докачали, елки-палки. Я то туда, то сюда мельтешу, как этот. Ух, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, что происходит. Элвин, вернись, пожалуйста. Смотри, что тут выходит. Заморозку, срочно. Ага, ладно. Так, ну, Джейф, как всегда, там. Сейчас отдуплится, сто пудов говорю. Так, тут вроде бы разобрались. Пиромант мой там наяривает, будь здоров. Так, все, он прокачан по полной программе.
Так, теперь я берусь за нашего голема. Будет здесь у нас огненный. Ну, по крайней мере, ребята, это 14-я волна, и мы с вами держимся. Так, отлично. Прокачка. Подожди-ка, лучше мы вот так вот сделаем. Метеоритный удар. Шикарно. Ну что, ребята, вызывать сейчас будем последнюю волну. 15-я. Финальная, так скажем. Готовимся. К аду, наверное, да? Ага, тут пока хорошо идет. Тут у нас что? Заморозку, я думаю, надо бросить. Слушай, ну уже намного лучше. Все намного лучше у нас. Выдерживаемся. Так, тут отлично прокачка у нас идет. Так, пиромант у нас полностью прокачанный, да? Надо нам еще с вами установить зелот мага. Вот так вот. Ей-ей-ей-ей, отлично. Маг льда делает свое дело, замораживает на ура. Погоди-ка, тут-то что происходит? Нет, все хорошо. Пока все, ребят, хорошо. А я прокачкой займусь нашего огненного голема. Или все, или мы прошли уже с вами. Есть. Фух. Ребята, вот это жесть. Это очень жестко на самом деле. Я думал, будет попроще маленько, но как бы не так. Слушай, ну я действительно не знаю, что бы я делал без Эловин. Так, давай-ка мы, наверное, получим с вами здесь, да? Гемы. Так, зачем нам переход? Нам не нужен никакой. Так, задание. Здесь тоже забираем. Спасибо большое. Так, и тут. Ребята, 35-я миссия. И, как вы понимаете, здесь будет босс. Алтарь магов. Хм. Ну что, давайте, наверное, приступать. Наразал больше не намерен терпеть поражение от Альянса. Он сам вступил в бой, и в этот раз его магия поистине вселяет ужас. Он насылает на нас метеоритный дождь, вновь и вновь воскрешает своих солдат. Не знаю, сколько еще мы продержимся. О, тактик, мы нуждаемся в вашей помощи как никогда. Командуйте! А у меня как будто выбор есть, да? Будем командовать, будем пытаться. Так, что мы видим? Мы видим... Раз, два, три. Три дорожки. Две дорожки из них мы должны защищать. Ох, чувствую, будет здесь замес. Ну что, начнем, наверное, с мага льда, как всегда, да? Или нет? Нет, с мага льда все-таки я начну. Прокачаем его. Так, замерзшую землю. И вот это надо. Это для начала. Ребята, соответственно, нам сразу надо сделать защитников. Так, и все, это на все, что мне хватило пока. Ну что, первая волна, поехали. Эловин подведу сюда поближе. Будем с этой командой разбираться с вами. Хотя, давай вот так, наверное, сделаем. Ну. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заморозили. Так, наверное, нам придется вводить в дело нашу Эловин. Как она кромсает, а? Просто налево и направо врагов. Шинкует. Теперь будет у нас две волны, да? С двух сторон идти. Ну ладно, что же нам тогда... А, они уже пошли. Они уже пошли. Не дождались, да? Моей команды, моей отмашки. Так, что нам сделать? Лучники. Конечно же, нам нужны с вами лучники. Так, Эловин, давай. Вот эти вот. Да ну. Арин, не спать. Так, а мне что теперь, разорваться что ли, Эловин? Как быть-то? У кого-нибудь могу? Могу, ребята, стража призвать только. И все. Джейф у меня, как всегда, в отключке. Эловин, успевай. А Джейф сюда должен успеть. Или не успеет. Не успели мы, да? Все-таки одного противника мы упустили.
Потому что у меня, ребята, не хватило денег вот здесь вот выставить себе солдат. Сейчас попробуем вот так сделать. Так. Ёпрсоте. Давай, вставай сюда. Эловин, давай, давай, никаких размусоливаний. Вух. И понеслась, как говорится, от нее жизнь. Страш там исчез, короче, он не успел, ребята, ничего сделать. Да. Ну, Эловин, конечно, красота. Тут вообще, ребята, тут даже не обсуждается это все дело. Так, тут у нас будут летающие, да? Я смотрю. Враги. Значит, нам нужно с вами еще лучников влепить. Так, лучники. Ну, давай вот этих вот поставим. Так, Арин, давай. Эловин, главное, бомбит, а это стоит, прохлаждается у меня. Совсем уже припухло. Ну, ладно. Тут справляемся пока. Сейчас с этой стороны пойдут противники. Нам нужно зарабатывать деньги. Сюда голема, голема, голема поставим. Джейв, надеюсь, на этот раз ты не оплошаешь. Так, ты флаг свой поставил, ты, конечно, молодец, ты крутой. Но это как-то мало помогает нам. Он, ребята, очень плох сопротивляемости от магии. Вот что я хочу сказать тебе. Ну. Давай, 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 давай. Прокачиваем с вами. Так. Эловин, давай вот с этими разберись, пожалуйста. Все, молодец, красава. Как всегда, на высоте она у меня. Да, Джейв, конечно. Пасует, ребят, пасует он. Так. Что у нас есть? У нас есть отхил. Давайте на Джейфа поставим, пускай он там хиляется у нас. Здесь, наверное, бросим заморозку. На всякий случай. И прокачиваем. Сон. Хотя зачем мне сон здесь? Так, подожди, подожди. Ох ты, Эловин у меня подбили, ты прикинь. Подбили Эловин. У меня хоть что-нибудь тут есть? Хоть какая-нибудь магия? Нет у меня никакой магии, ребят, абсолютно. И Джейфа нету в живых. Заморозку срочно бросаем. Так посмотри, что происходит, ребята, а. Да. Вот это раскромсон. Я не знаю, как это назвать просто-напросто по-другому. Тут вообще жесть какая-то. Голем, голем. Какой нам нужен тут голем? Я не знаю, какой нам нужен голем. На какого хватит? На какого? Давай, я знаю, что эти маги противные. Ну а что поделаешь? Так, я надеюсь, здесь-то хоть выстоим. Хотелось бы в это верить. Нет! Никаких гарпий тут нельзя пропускать, ребята, нам. Где? Где? Арин, ты где? Вот она. Она здесь стоит. Переходи сюда быстрее. Замораживаем. Фух. Так, что нам делать? Голема надо докачивать. Огненный. Будет огненный голем. Ну, Джейв, ну пожалуйста, ну хоть разок нормально себя проведи здесь, а? Не выдерживает, ребята, не выдерживает он натиска, ты понимаешь? Разбирает его там. И это здесь еще будет у нас босс. Вот что я тебе хочу сказать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Во. Хорошо, поджарил землю. Так, а теперь мне что, разорваться, что ли? Теперь мне что, разорваться? Джейв, бегом сюда, бегом. Трындец. Я не знаю, что такое адовый режим, но для меня здесь уже жесть полнейшая. Просто жесть полнейшая. Так, нам сюда нужно, ребята, еще голема одного поставить. Пускай это будет голем, который замедляет. Да, я думаю, это будет оптимально. Это будет... Да как же мне тут... Как же сделать-то? А, они идут с двух сторон по разным полосам. Давай здесь, наверное, с вами.
Так. Что я хотел сюда поставить? Я хотел поставить мага, ребят, сюда. Мага именно, который будет... Вот так вот, зелот. Пускай будет у нас здесь зелот. Так, дракончика надо прокачать. Фух. Ребята, это сейчас будет 9-я волна. Как прям практически 9-я рота, ё-моё. Сюда вот надо замедляльчика, наверное, поставить, да? Нет, не замедляльчика. Здесь будет у нас лесной страж. Короче, хранитель лесной этот. Да ну! Вы издеваетесь, что ли, надо мной, блин? Эловин, давай сюда быстрее. Там трэш какой-то. Где дракончик-то наш? Я не вижу его. Труба, просто труба. Давай, ребята, прокачаем наших драгунов. Так, еще волна. А волна за волной, я не успеваю, ребят. Никакой передышки вообще не дают мне. Понимаешь? Никакой передышки. Давай. Кто там у меня? Нет? Не погиб? Мне показалось. У меня маг льда еще не прокачанный, оказывается. Понял? Вот почему здесь своего рода проблемы у нас получаются. Он не морозит, как должен. Вот. Так, что у нас тут? Надо будет прокачать замерзшую землю до фулочки. Да и голема тоже нужно прокачать. Хоть чуть-чуть. Так, ну что, с гарпиями, я думаю, справимся, да, здесь? Отлично. Бомбите их, пожалуйста, этих несчастных гарпий. Арен вообще не участвует. Стоит там, прохлаждается себе спокойненько. Совсем обнаглело. Фух, вызываем. Вызываем следующую волну. Так, прокачка. Заморозку я пока не буду, ребята, использовать. Так, это у нас 11-я волна, да? Еще 4 волны и пойдет у нас, ребята, с вами босс. Так, тут поджариваем этих охламонов. Это круто, на самом деле. Подожди-ка, я не понял, а как это сейчас так произошло, что мой дракончик погиб? Кто его подбивает? Вроде никаких магов я не вижу. Давай, ёпрасоте, ну! Давай. Не щадя живота, бомбим. Фух. Устояли. Так, а у нас уже что, 18 сердечек? А когда это мы с вами упустили? Я как-то не заметил. Я видел одного, да? Но там было 19. А тут уже все, 18. Так, давай, наверное, телепорт. Я так понимаю, вот отсюда, да, если что, будем телепортировать их. Давай, стреляй. Так, этот у нас не прокачанный, да? Да чтоб тебя. Ну... Давай, Эловин, приступай к кромсанию вражин этих. Джейв, подбеги. Ну, хорошо ударил. Просто отменно. Так, прокачиваем. Блин, вечная нехватка денег. Вечная нехватка ресурсов. Эловин у меня то там, то сям. Да, что бы я без нее делал, действительно. Заморозка. Так, зелот прокачаем по полной программе. Так, и давай наших ребят докачаем. 220, ага. Так, слушай, здесь, я думаю, пойдет басера, поэтому нам нужно с вами еще что-то здесь выставлять, чтобы была офигенная защита. Ну, у меня с финансами, как всегда, нехваточка. Так, а что мы можем здесь? Я думаю, что голем, который на замедление, тоже здесь очень хорошо зайдет. Надеюсь на это. Ну, давай, расстреливаем. Так, отлично, пока все хорошо. 170, да? Вторая стадия. Так, гарпии тут летят. Слушай,
Арин, что ты стоишь-то вечно, вот стоит и ничего не делает. Давай, расстреливайте, расстреливайте, пожалуйста. Фул. Фул, отлично. Так, а этих-то у меня... Ну, они, ребята, у меня прокачаны. Чё? Как они так быстро убивают, я не понимаю. Там пару раз выстрелили, и все, и мой солдатик готов. Верь мне, да? Я тебе верю. Trust me. Ну, вот голем огненный хорошо поджигает этих охламонов всех. Просто на ура. Ага, телепорт пока работает, они вот так вот будут в зацикленном круге ходить. Так, сможем? Должны выжить здесь. Угу. Так, чтобы нам сюда, ребята, с вами поставить? Нет, подожди, нам надо прокачать вначале нашего голема, который будет замедлять врагов. Прокачиваем. Так, Арин пошла, как всегда, в рукопашку. Какого же лешего ты лезешь, если ты у меня стрелок? Угу. Тут у нас все отлично. Здесь нам надо прокачать еще маленько. Какие-то вот эти вот два портала меня смущают. Мне кажется, отсюда кто-то полезет. Может быть, конечно, я и ошибаюсь. Вот так. Ага, ребята, смотрите, сейчас пойдет босс. Сейчас пойдет босс. У меня хоть какая-нибудь магия есть? У меня только лишь восстановить здоровье. Восстановить здоровье нашим бойцам. Вот и вся магия, которая у меня есть. Ну что же, финальная волна. Готовимся, ребята. Готовимся к этой волне финальной. Смотрим, что тут будет происходить сейчас. Не выпускаем никого. Так, кого бы сюда нам, может быть, мага поставить? У нас нету пироманта. Вот что я тебе хочу сказать. Джейф, как всегда, упал. Тихо ты. Тут поджарка идет. Тут, по-моему, тоже пока все хорошо у нас. Прорвутся, как думаете, или нет? Я думаю, прорвутся. Нам без Эловин здесь не справиться. Арин погибла. Давай, Джейф, беги. Охо-хо-хо-хо. Нормуль. А вот, ребята, и босс. Вот и босс. И все стоят, главное, смотрят. Чего? Вы дураки, вы глупцы. Я темный лорд. Я пришел по вашей душе. Даже не смогли перевести, ребята, почему-то. И ржет еще. Ну что, давай посмотрим, насколько ты крепок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди-ка, у нас есть с вами вот такая вот магия. Где у меня Джейф? Я не вижу Джейфа. Вот, что он там делает, ребят? Чё? Всех моих героев накрыл, ты понял? Так мало того, что всех героев накрыл, так он еще и вызвал подкрепление. Откатывайтесь быстрее, быстрее откатывайтесь. Слушай, неужели пройдет, а? Неужели, ребята, он пройдет? Заморозка на него не действует. Давай так попробуем. Ать, отходим. Или это неизбежно? Погибнем. Да хорош, успокойся, там бомбит. Так, ладно, ребята. Давай, 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 вжаривай ему. Хорошенечко вжарь. Смотри, что происходит, ребята. Так, кто это такой у нас? Возрожденный Наразал. Потерпев сокрушительное поражение в своем последнем бою, Наразал вернулся в новом обличии и стал еще сильнее, чем раньше. Как ему это удалось? Защита от всех негативных эффектов. Использует погибшие боевые единицы противника для создания элитных солдат армии Гранда. Темный ритуал наносит огромный магический урон. Все, я понял. Значит, нам отойди, отойди, пожалуйста. Так, Джейф, отойди, он сейчас будет магией. Твою же налево. Нельзя к нему подходить. Поехали. Есть. Так, ну что, ребята, Наразал пал. Ух, слушай, 3 звезды получил, это круто. Да, ребятулечки,
Ну, я так понимаю, что это еще не конец, да? Там еще будет, по-моему, продолжение. Нам еще дальше идти. Да, так оно и есть. 36-я миссия. И так вплоть до 45-й, по-моему, да? Хе-хей. У меня уже поджилки дрожат, если честно. Я не знаю, ребята. Без донатных героев тут, наверное, очень сложно проходить. Очень сложно. Так, подарок Арен. Купить? Нет, не купить. Слушай, а где у нас герой-то? Я что-то забыл. Где нам... А, вот. Вот здесь вот герои, да? И давай посмотрим. У нас с вами 3000 гемов. Я хоть что-нибудь могу себе приобрести? Я могу взять себе, например, Вуконга. Угу, здесь не хватает. Так. А это у нас кто такой? Тириус. Хм, Тириус. Сколько он, ребят? 30 монет, да? У меня монет вообще нету. Я не знаю. Тут 15 тысяч гемов. Офигеть. Ну, Вуконга, я думаю, что брать не стоит. В общем, ребят, вы мне напишите в комментариях, стоит его брать или нет. Ну и все, пожалуй, на сегодня достаточно. А то у меня крышняк улетит от такой натуги бегать туда-сюда. Ну, согласитесь, без Эловин я бы был обречен. Я бы был обречен. Она просто выручает, имбово. Тут не поспоришь. Ну что ж, друзья, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.